Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 1 на странице 68 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Посмотри на рисунке на 1, на них цифру 5. Где еще можно увидеть цифру 5? Цифру 5 можно увидеть на листе календаря, на номере квартиры, на номере рейсового автобуса или троллейбуса. Ну, а здесь на рисунке мы видим номер дома, номер автомобиля, номер на майке футболиста, ну и, конечно же, оценка 5 в дневнике. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.